Всем привет! Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом, которым я пользуюсь уже много лет. Эта выпечка очень вкусная, и она заменяет часто очень хлеб. Это такой рецепт, который очень вкусный, и иногда я балую семью и себя, потому что очень люблю. Это также напоминание моего детства. Мама очень часто делала. Значит, нужно кислое молоко, кефир, соду, соль, подождать немножко, сейчас начнет пениться, сода играет. Вернее, кислое молоко играет. Муку добавляем. Сколько тесто возьмет? Смотрите. Сейчас я муку добавляю. Вот сейчас я добавляю сыр. Все, у меня лепешки сырные получились. Такие порционные мне лепешечки получились. Они очень вкусные. Они даже на второй, третий день, даже если подсохнут немножко, они все равно вкусные. Это такой оптимальный рецепт, который очень быстро делаешь на скорую руку, чтобы побаловать себя как перекус и даже супом, и к чаю со сладостью даже, можно. Они хрустящие. И сыр придает им такой пикантный вкус. Всем добра, будьте здоровы, до новых встреч!